Расскажи, что ты про лейку думаешь? Лейка, ну, понимаешь, с лейкой, конечно, медленнее, чем с ведром. Это я тебе точно, это как профессиональный садовод садоводу, скажу, с ведром быстрее. Но у лейки качество, конечно, лучше. Чем у ведра? Да, чем у ведра. Как качество проверенное и одобренное поколениями бабушек на десятках шестисоток. Лучше, конечно, оцинкованное. То есть, когда ты идешь пьяный по огороду, наступаешь на лейку, если она оцинкованная, ты ее так сзади потом чпоньк и как новая, пластмассовую сразу выкидывать. Вот, что еще могу сказать про лейки-то? Есть лейки с цветочками. Это для девочек это не серьезно. Серьезные люди лейку с цветочками. Это как Canon Hello Kitty, так и лейка с цветочками. Сколько Canon Hello Kitty ты знаешь? Canon Hello Kitty, ну одну увидел, да, как он там такой розовенький. Или это не Canon был? Да не, Canon, что у них, они же там любили, помнишь, эти, Kiss, не Kiss, там, я не помню, что у них там было. Вот, там так, о лейках, короче, есть с верхним гриппом и боковым гриппом. У тебя как руки послабее берут с боковым гриппом. Там, короче, охват грядки сразу шире получается. Еще важно брать лейки с широкоугольной насадкой. Когда вот такая узенькая струйка, это не то. Нужен широкий угол, нормально. Тут не то, что тебе фишай, там всякие косяки могут полезть. Вышел с утречка и широким углом по картошечке прошелся. Вот увидишь, через 3 месяца у тебя там чистая Колорадо. Все в картошке, ты меня снимай, куда, там нет никого, там тебе никто умного не расскажет.